Уборка мусора в современном формате. Теперь собирать ТБО в городе и сельских округах будет новый транспорт. Региональный оператор обновил автопарк спецтехники и запустил в работу новые мусоровозы, которые ускорят процесс очистки площадок. Были определенные сбои с вывозом твердых коммунальных бытовых отходов. Сейчас совместно с рекоператором, совместно с нашими депутатами двинулись, я считаю, в очень положительную и хорошую сторону. Забетонировали несколько площадок, завезли около 200 евроконтейнеров и планируем в дальнейшем по маршрутам делать новые площадки. Всего в работе будет задействовано 5 мусоровозов «Мерседес». Их вместимость и степень сжатия ТБО прессом такова, что на каждый из 3 городских маршрутов достаточно одной машины. Еще 2 рекоператор задействуют на вывозе в сельских округах. Параллельно с этим «Горячий ключ» продолжает получать евроконтейнеры. Вчера пришло 80, сегодня доставят еще 160. Работы по установке начались уже сегодня. С учетом уже установленных, всего муниципалитет получит 500 новых контейнеров. Таким образом, со временем старые мусорные баки заменят во всем городе. Вместе с тем будут вестись и работы по приведению оставшихся площадок в соответствие. Это необходимо для того, чтобы площадки не портили облик города, а спецтранспорт задней загрузки беспрепятственно собирал твердые бытовые отходы. Постепенно будет решаться вопрос по отказу от помешкового сбора мусора в сельских округах. Также рекоператор проработает организацию раздельного сбора мусора с учетом сегодняшних возможностей. Работа по отладке системы сбора и вывоза ТБО в «Горячем ключе» будет продолжена.